Владимиров Александр Иванович. Родился 5 ноября 1923 года в деревне Сычи, ныне Оршанский район Мариэл. В 1942 году Владимиров был призван на службу в ряды Красной Армии. К октябрю 1943 года младший сержант Александр Владимиров командовал отделением. Отличился во время битвы за Днепр. В ночь 16 на 17 октября 1943 года Владимиров вместе со своим отделением переправился через Днепр к югу от поселка Лои в Гомельской области, Белорусской ССР, и захватил плацдарм на его западном берегу. Впоследствии, в ходе боев за деревню Бывальки Лоевского района, Владимиров в первом своем подразделении ворвался в траншею противника и уничтожил несколько врагов в рукопашной схватке. Также отделение Владимирова отразило две вражеские контратаки. Младший сержант Александр Владимиров был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» за номером 165.